Какой будет весна в Казахстане, рассказали сегодня синоптики Казгидромета. Предстоящие два месяца будут довольно неустойчивыми в плане погоды, и в ожидании по-настоящему теплой весны нужно будет запастись терпением. Весна 2017 обещает стать действительно непредсказуемой. Синоптики прогнозируют настоящие погодные качели, когда и перепады температуры, и дождь в перемешку со снегом, и по-летнему жаркий плюс 25. Но все это будет не в марте, а чуть позже, уже в середине и конце весны, начиная с апреля. Апрель начнется с холодной и ветреной погоды. На большей части территории будет сопровождаться выпадением осадков и гололедными явлениями. Затем с выносом теплых воздушных масс района Средней Азии на большей части территории республики становится не по сезону теплая, а на юге даже и жаркая погода. Жаркая погода в апреле – это до 25 тепла на юге и до 18 градусов на севере, востоке и в центре страны. Но долгожданному теплу царствовать совсем немного. Уже в середине апреля, по прогнозам специалистов Казгидромета, в Казахстан придут осадки и холода. На севере это дождь с переходом в снег, на юге – просто дожди. Конец апреля ожидается также дождливым, но уже теплым. Относительно мы палки ситуацию ожидаем. На севере Казахстанской, в Акмолинской области, в частности, это на реке Есиль, Жабай и Калкутан, могут быть разливы и подтопления. Что касается горной территории, то у нас на востоке, на юго-востоке, на южных округах выпало очень много осадков. И водность ожидаем на 30-60% выше нормы. В мае-июне в связи с осадками, выпадением осадков в виде дождей на горах могут произойти селевые потоки. В целом, паводки угрожают этой весной шести регионам страны. И все из-за затяжного таяния снегов, говорят синоптики. Неустойчивая погода прогнозируется и в мае, когда по-летнему жаркие дни могут сменяться ночными заморозками. Не побалуют теплом казахстанцев и погода на Наурыз. На востоке страны ожидаются, к примеру, низовые метели. Относительно спокойная погода будет стоять лишь на севере и в центре страны. Но не стоит забывать и о народных приметах, сложившихся на протяжении целых столетий. Если в конце февраля с крыш свисают длинные сосульки, к долгой весне и хорошему лету. Поздняя весна предвещает хорошую погоду летом. Грачи прилетели, через месяц снег сойдет. Апрельский цветок ломает ледок. Назия Туякова, Серик Хонурбаев. Итоги дня.